Здравствуйте, вы в гостях у Татьяны. Я сегодня делаю десерт на ряженке, желатине и какао. Шоколад до украшения. До этого не надо. Желатин в первую очередь замачиваем. Это ряженка, какао и сахар. В первую очередь замачиваем желатин. 25 грамм. Пачка. Добавляем 125 грамм теплого воды. Пусть набухает. А мы продолжаем. Ряженку. 870 грамм у меня ряженки. Сахар 4 ложки. И 1,5 ложки столовых какао. Полторы ложки. И перемешиваем. Мешаю какао, сахар и ряженку вместе. Хорошо мешаю. Появились пупырышки. Сахар растворился. Желатин уже набух. Идем на паровую баню и будем вливать. Растворился желатин. На водяной бане вливаю его потихоньку и перемешиваю. Взбиваем. Еще взбиваем. Перемешиваем хорошо. И будем разливать. Разливаю по формам. У меня формы 350 грамм каждая. И ставлю в холодильник на час. Для засыпания. Наш десерт застыл. Украшаем шоколадом. Натираю. Наш десерт готов. Пробуйте, готовьте. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.